Вроде там приближать надо. Я не умею никогда красивый кадр подбирать, там ля-ля то поля. Угу. Научи сама с ними, а то будешь потом убирать. Убери. Без обид, я тебе всегда не говорю. Так. Вот такие вот у нас сегодня вкусняки. Но это еще не все, как говорится. Кошкам вон закупили. Красотуля новая. Чё? Покажи мою красоту. А. Сейчас свет включу. Посадила я, короче, яблоньку. Это Эмиль купил себе клавиатуру за 2000. Просто сейчас. Семяку. Гарантия сколько, Семяку? 19 месяцев. Не надо меня близко, не гадить. Ну хорошо, а вот так вот хоть можно? Чуть-чуть расстояние. Еще. Я знаю, как камера работает, я знаю, хорошо. Как она приближает. Ну, какой там будет картинка, я знаю. Каждая клавиша еще подпружинена вдобавок. Mm. Заедание. А я вот такие вот, вот такую вот себе купила. Ну ты меня чайной ложечкой угостишь? Да, угощу, попробую. А эти... Ага. Злаки. Я люблю просто злаки. А я еще это вот такую вот купила. Я и Аньке там гостинцев, но баба уже забрала все. Ну, туда, к себе. Там творог, что-то там, печеньки, потом какое-то еще пирожное. Ты че? Да так, разминайся. Не надо ерундой заниматься. Я не люблю, если по-честному все это. И когда взрослые мужчины, все эти мерения силами. А, это нормально. Это нет, я не люблю. Это нормально. Ну, мало ли, что ты не любишь. Ну, это глупое ребячество. Это не ребячество. Нет. Армрестлинг, к примеру, спорт для тебя тоже ребячество? Не люблю. Ну, не говори. Кузя сказал, тоже не любит. Он говорит, он любит только деньги и всех метет куда подальше. Правильно делает. Синтомара. Цветет оранжевым. Очень красиво. 250 рублей. Землички подсыпала. Полила. Эмиль еще полить надо будет, да? Так, ну что, пошли отведывать. Я, как его, сегодня я, вчера я 6, сколько-то я вчера 60 с чем-то посадила. Сегодня 40 с чем-то. И то, я там думаю, уже в обморок упаду от усталости. Вот. Саженцев. Ну и плюс я купила яблоньку и розочку еще одну. И сегодня я роз, кстати, посадила. Сколько за весь день? Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Плюс яблоню. Пять роз и одну яблоню. За сегодня. Четыре саженца и вот сейчас еще одну подкупила. Так. Яблоня. Ой, опять забыла, как сорт называется. Эмиль. Мельба, мельба. С сортами у меня проблемы. Я еле вот глаука. Я рассаживала ведь саженцы. Ель, самый голубой ель на земле. Глаука, по-моему, что называется. Вот у меня насчет вот названия, это вот только если вот записывать. А так я обязательно забуду. Че, пошли отмечать? Я тебе что говорю? Че? Близко не снимаю. Хорошо, близко не снимаю. Мам, хоть что-нибудь понравилось, ма? Или пока не кушали? Так. Ну скажешь как. Хоть черная икра. Обычная. Терпимо хоть? Нормально, хорошая икра. Нормально, да? Не выше сортов знаешь. Нет, конечно. Так, а тут у нас котлеточек жарится. Кошки накормили. Ну, хорошая икра. Я уже не раз ел черную икру. Меховую шубу им постелили. Такую, старую. Так что им там тепло. Из коробки им чуть попозже сделаем домик, короче. Плюс еще добавок. Здесь утеплим. Вход и домик. У них будет и теплый пол, короче. И плюс им утеплим, сделаем им дырку. Сделаем им утепляющий это. Не хорошая икра, на самом деле.
Нормально, да? Mm-hmm. Ну ничего, значит нормально. Так. Ну все. А ты попробуй, ты. Mm. Возьми. Ваше здоровье, господа. Наше. И наш тоже. В первую очередь наше, разумеется. Я пробовал просто более крупный немного черный кровь. Mm-hmm. Это мелкое, очень мелкий прям зерно. Я более крупный просто пробовал. На ярмарках, чтобы только чисто вот. На шашлык был вкусный. А, шашлык. Вот. Но мне, правда, особо это. Я немного съела. Вот. Ну и мы. Ну, я немного не подумал, много взял, что-то надо было поменьше. И еще это, хотели взять.